Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Регистрация на биржу Rudex отличается от любых других регистраций по причине того, что все транзакции на этой бирже проходят через блокчейн. Кто знаком с блокчейн-технологией, тот уже понимает, в чем привлекательность у таких бирж. В первую очередь, это честные и ненакрученные обороты по продажам. Ну а о самой бирже Rudex и других биржах, и их достоинствах, а также как на эти биржи завести и вывести с них крипту и фиат, как на них совершать покупки и продажи любой криптовалюты и на этом зарабатывать, я буду рассказывать вам в следующих своих роликах. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои совершенно бесплатные уроки по биржевым сделкам на разных биржах вот в этом плейлисте. Плейлист называется «Регистрация на бирже. Вот обмен вывод». Итак, сейчас мы будем регистрироваться на биржу Rudex. Переходим по ссылке, которая находится под этим роликом в описании. Жмем на эту ссылку и попадаем вот на такую страничку для регистрации. Пролистываем эту страничку до самого низа. Читаем внимательно, и я хочу, чтобы вы обратили внимание, что русскоязычная локация. Нажимаем дальше. Взаимовыгодный крауд-маркетинг, то есть есть здесь партнерская программа. Я на этом особенно хочу заострить внимание. Партнерская программа – это очень продуманный механизм в этой бирже, потому что зарабатывать, приглашая людей на эту биржу, это просто круто. Даже если вы сами не будете заниматься трейдингом на этой бирже, но будете приглашать трейдеров, то у вас уже будут капать какие-то деньги. Понимаете, да? То есть пассивный доход без вложений. Дальше. Чат есть на русском языке и поддержка на русском языке. Отсутствие верификации. Это очень важно. То есть вам не надо вводить паспортные данные. Вам не надо вводить электронную почту. И это, друзья, 100% анонимность тех средств, которые будут находиться на этой бирже. Представляете, да? Это вообще очень классная вещь. Нет лимитов на вывод. И это просто круто. Опускаемся ниже. Здесь мы видим, какими монетами торгуют трейдеры на бирже на этой. Вы можете залистить свою какую-то монету на этой бирже. Также мы видим, что биржа залистена на CoinMarketCap и на CryptoWizard. Ну и те трейдеры, которые хорошо уже владеют этой профессией, они могут воспользоваться бесплатным open-source ботом. Поднимаемся наверх и нажимаем на кнопку «Начать торговлю». Вам выдали уже вот этот приватный ключ. Но он вам показывается здесь только при регистрации. Больше вы его никогда здесь не увидите. Для начала вводим сюда название вашего аккаунта. Это название будет в конце вашей реферальной ссылки. Здесь написано «Имя аккаунта уже занято». Да, потому что это имя моего аккаунта, который я уже создала, который у меня уже есть. Нажмите здесь, чтобы скопировать пароль в буфер обмена. Нажали. Теперь нажимаем правой кнопкой мыши на своем рабочем столе на компьютере. Ищем слово «Создать», ищем текстовый документ правой кнопкой мыши и называем этот текстовый документ, например, «Биржа Rudex». Теперь открываем дважды, щелкаем правой кнопкой мыши и пишем здесь «Биржа Rudex». Опускаемся. Далее здесь мы вставить парольную фразу. Пишем название своего аккаунта. Здесь мы поясняем пароль для входа на биржу. Имя аккаунта на бирже. Ссылка на биржу. Сюда вы потом вставите свою реферальную ссылку или просто ссылку для входа на эту биржу. Теперь нажимаем «Файл» и нажимаем «Сохранить», чтобы данные не пропали. Далее мы это дело все копируем, отделяем и дублируем еще раз. Это нужно сделать обязательно. Например, у вас на мышке осталось что-то другое, а вы хотите скопировать парольную фразу. Вы выделяете здесь свою парольную фразу и ошибочно
Вместо слова «скопировать». Ну, затряслась рука, и вы раз нажали «вставить». Все, ваша парольная фраза пропала, и вы ее никогда больше не найдете. Но если уже такое случилось, то нажимаете вот здесь на крестик «закрыть» и нажимаете «не сохранять». Теперь при открывании у вас восстановилась ваша парольная фраза в начальном экземпляре, как мы с вами сохранили. Поэтому будьте очень внимательны, обязательно ставить третий раз. И после каждого раза, что вы сюда что-то заносите, обязательно нажимайте на слово «сохранить». Далее, вы должны сфотографировать свою парольную фразу. Окей. Не надо фотографировать все, и тем более, что это пароль на биржу такую-то. У меня скопировался на рабочий стол. И вот эту уже парольную фразу вы должны распечатать на бумагу. Ну и потом на бумаге подпишите, если вам надо, на какую биржу и что это такое. Если у вас свой личный принтер, то вы можете, не боясь, распечатать полностью весь этот лист. Теперь вы копируете то, что у вас здесь получилось, копировать. Это очень важно. И вставляете вот здесь подтверждение вашего пароля. Вы вставляете его сюда. И он у вас вот в таком зашифрованном виде. Понимаете, да? То есть в таком зашифрованном виде он и будет храниться на сервере блокчейна Rudex. Такую зашифрованную парольную фразу, в принципе, очень сложно подобрать. Теперь дальше вы ставите галочки. Я понимаю, что утрачу доступ к средствам, которые находятся на этой бирже, если потеряю свой пароль. Вот это вот, если вы потеряете, то вы навсегда утратите свой аккаунт, на котором лежат ваши деньги. Дальше ставим галочку. Я понимаю, что никто не восстановит мой пароль, если я потеряю или забуду его. Понятно. И третья галочка. Я записал или еще как-либо сохранил свой пароль. Поставив эти три галочки, тем самым вы расписались под каждым словом, которое написано в этих трех предложениях. Поэтому прежде чем нажать на синюю кнопку «Создать аккаунт», выполните все действия, которые я вам сейчас рассказала в этом ролике. Я подставлю еще одну семерку, и тогда здесь вот это исчезнет. Надпись. И у меня появится кнопочка «Создать аккаунт». Нажимаем на кнопку «Создать аккаунт». Поздравляю, вы зарегистрировались на биржу Rudex. Нажимаем здесь «Обмен». Вас перебрасывает в торговый терминал, где вы будете совершать покупки и продажи криптомонет. Ну а в следующих роликах я покажу, как завести на эту биржу и вывести с нее свою прибыль. Теперь ваша задача перенести этот документ на флешку и удалить этот документ с компьютера. То есть заходить в терминал вы будете, вставляя флешку в компьютер. Для того, чтобы вас не ограбили, никогда не храните свои парольные фразы на компьютере и тем более в браузерах. Ну и надеюсь, каждый из вас знает, что флешка тоже может перегореть. Вот именно поэтому мы делаем запасной вариант. Мы фотографируем ваш пароль и распечатываем его на бумаге. Для того, чтобы мы могли вручную потом восстановить ваш пароль и закинуть его на другую флешку. И мой вам совет. Нажмите вот здесь на три кнопочки и входите в новое окно в режиме инкогнито. Вот здесь и работайте. А на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить бесплатные и очень важные уроки для того, чтобы научиться зарабатывать в интернете. Ставьте лайк и пишите в комментариях свои отзывы и предложения. На этом у меня все. Всем желаю удачи. С вами была Валентина Синема 2.